Блохи едят. Хеллоу, приветствую нас на своем, вас на своем влог-канале. Сегодня был крутой день, могла бы заснять очень крутой влог. Но я что-то забыла про влог. В общем, рассказываю, что за это время произошло. Вчера я испекла брауни, и мне сказала, что брауни очень вкусный получился. Реально вообще лайк. И, ну, не знаю, насколько это брауни, по-моему, просто шоколадный пирог. Вот. Также сегодня я играла в игру, что-то типа клуба романтики, но это не клуб романтики, но там алмазики дешевле, чем в клубе романтики. Благодаря рекламе там можно копить алмазы на серьезном, ну, то есть действительно. Сегодня уехал мой брат еще в деревню вместе с папой. Папа туда поедет на день. Я хотела это все заснять, я забыла про это совершенно. Я же помыла посуду, мама там убирается уже, такая говорю, ты что, выселяешь уже брата, что ли, в коробке все собрала? Ну, кошмар. И сегодня столько всего можно было сделать. Сейчас еще окна нужно будет помыть, потому что у меня бабушка застанется. Я забыла про окна, на веранде стою. Папа хотел еще купить бассейн за 4000. Такая, не-не, с ним ухаживать надо. Кто ухаживает за этим бассейном будет? Потом говорю, подумала так, а бассейн, что он будет все равно стоять просто там. Ну, Мишка покупается там, ну, папа там посидит раза два и все. Только у нас погода что-то нынче не очень. Хотели качель купить, потом я посмотрела, можно даже самой сделать качель, но она, правда, будет одноместная, с помощью обруча, который у меня тут висит, я вот на него заглядываюсь, думаю, сделать ли ко мне качель, мне нужно будет тогда веревки специальные, канатные называются они, или макраме веревочки такие, мулинели, макраме, по-моему, называются, я не помню, как называются они, вот, такие дела. Сейчас буду мыть окна, как я говорила ранее. Потом у нас еще по планам погулять. Мы хотели с мамой, с бабушкой и я втроем. Наконец, сегодня будет шикарный вечер, потому что дома не будет папы и брата. И мы отдохнем от них. Мишка, как меня зовут? Кристина. А маму как зовут? Атая. А папу как зовут? Игорь. Вот такая вот у нас попытка. Бум-бум-бум. Па-па-лям, па-па-лям. Тр-ты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 
Более лучше так, по-моему. Вообще сейчас нельзя ничего мыть, потому что есть такое поверье, что когда кто-то куда-то уезжает, нельзя ничего мыть. Но я не знаю, в принципе, как оно действует, это поверье. По-моему, это с другой стороны надо тирать. Ну ладно. Я в лоб иду. Балям, папалям, оранжевый трактор едет к нам. Я начала уборку. Вот, короче, вот это до. Это вот до. Вот грязь, грязь, грязь. Грязь. На окнах грязь. Сейчас помою сюда. А это мы уже поехали на прогулку. Я близко говорю, что, может, вернемся на машине поедем, а мы уже 50 рублей стоим. Опять раскричалась. Мы еще даже не поднялись высоко, чтобы кричать. Thank you.
самолет. Чё-то мне плохо. Ты что, я вообще туда? Мы с тобой голодные, а если мы с этим... Не знаю, у меня... Я как будто бы это... Не знаю, где побывала. Что, я нормально? Он тебе сейчас объяснит, как давай. Осуждающий мой взгляд. Я не пошла на аттракцион, мама вон. Два раза. Осуждающий взгляд у нее был до этого. Угарно, да? Смешно, да? Напомните, пожалуйста, с правилами недавно. Что она мне не сказала? Сумка-то у меня. Билет у меня есть. Мам, какая красивая. Ты куда была? А я ходила. Мне сказали, как ехать. Ну, спроси. Ой, я не могу. Я уже старая на такую. Не солидно. А мне нельзя. Шусталики вылетели. Ну раньше ты круто был, куда врезаться можно было и так далее. Тут на настоящий врезаться нельзя. Такой нельзя. А чё можно тогда? Я видео снимаю. Душенька довольная. Тихо! Не надо грустных мыслей, я тоже высоты боюсь. Дала билетики, два билетика продала за 100 рублей. Мама пошла кататься, остался еще один билетик. Поэтому она пошла кататься на гусеницу. Нет? Че? Иди и катайся. Никого нету? Будет сейчас.
это вид такой красивый прям. Ну, не, ну прикольно, купола вверху. Да, вверх. Я продала 2 билета, потому что... Ты куда потом делала? Продала. Ты через карту? Нет, так просто они продала. Что? Девчонка там подходила. Я продала билеты, потому что меня укачивают, что... Да и родители, вон, мама с бабушкой тоже не хотят кататься. Вид красивый прям, вообще шикарный. Я не могу найти свои наушники. Через них, я думаю, звук был бы лучшим, чем сейчас. Солнце мне получается в спину, поэтому очень плохой вид. Но отсвечивает от солнца. А так вообще классно. Мне, ну, честно, мне нравится в парк ходить. Ну как-то не солидно, вроде бы я большая, там маленькие дети. И как-то не знаю, что-то не солидно. Вот стоит, напрягает меня. Мы на ветерок катались. И там он спрашивает, вам сколько лет? Я такая, блин, 17. Не видно? В принципе, периодически я ничего не рассказываю, поэтому будем смотреть на красивые виды в этот день. У меня все настроение испортил зато. Мужик этот противный. Ну. Нет, если я волосы распущу, я буду вообще лет на 13 выглядеть. Такие вот колечки у меня. Красивенькие. Тут раньше ручеек был, поэтому мостик поставили. Сейчас ручейка нет, он высох. А раньше так прикольно, как водопадик был маленький. Красиво, очень мне нравится. Тут городок. Я в нем ни разу не была, там качели такие прикольные есть. Из шин, по-моему, сделаны, что ли. Ну так вот. Я все хотела на них покачаться, но никак не удавалось. Не знаю, почему даже не удавалось, просто как-то так выходило, что вот все время я сюда, когда приходила, то забывала про это место, то не доходила до него. А все ребята, которые, ну, мои знакомые, там уже давно все побывали. Ух ты, что-то делают тут. Фонтан, бассейн. Что это за штучка интересная? Озеро нарисовано, написано, что это озеро должно быть, по идее. Вода должна в нем быть, но воды, как мы видим, нет. И там где-то качели должны быть. Где? Пикники. И там вон. Они там у тебя. Ну, да ладно, да. Вадим, Вадим, шлейф. Пойдем посмотрим, не зайдем. Ну, короче. Воспоминания о моем городе, потому что когда я куда-нибудь уеду, потом буду пересматривать свои влоги. Я иногда их пересматриваю, и мне уже нравится, потому что, ну, прикольно смотреть, когда что было раньше.
заброшенный цирк. Еще недавно я сюда ходила. Ой, чуть не упал. Местное метро? Ой, да, страшно. А что-то, ой, страшно. Я думала, темно, просто апокалипсис какой-нибудь. Киношку снимать. Я тут первый раз хожу. Я тоже первый раз хожу. Да? Завод ЛРЗ. Вон дальше. Что тут? Мам, ты куда? Поезд. Ты куда спросишь? А где здесь остановка? Там. Не там. Заблудились. Вчера здесь. Кину 400. Я на... Послушай, Кристина. Я взяла вилок капусты на 100 рублей. 400. Много ли мало? Такой маленький. 58. А что там в елочке? Конфеты. Конфеты? Ну, елки-палки. Собаку завтра помою. Пойдем? У нас котлеты есть вчерашние. Трепушка уже домой везут ее. О, я не знаю, домой. Смотри, классная дочка, третья домой. Домой. Да, он каждый час, по-моему. Нет, не каждый час. Да, каждый час. Да? Нет, это часы это идет. Почему? Каждый раз они. Нет? Вот и все, приключение наше закончилось, мы пришли домой. Вчера у нас произошло происшествие одно очень, не очень. Мама сегодня рассказала о нем. Как-то неприятно на душе теперь. И все равно непривычно разговаривать с камерой, потому что у меня еще асимметрия лица, поэтому я выгляжу не очень. А она отражает же все равно как-то задняя. Хотя я ее убирала, чтобы она не отражалась, все равно отражает. Ой, меня тут букашки едят. Мне кажется, то, что камера лучше снимать, чем мой телефон. Хотя у меня телефон с такой достаточно хорошей камерой, особенно задней. Но все равно, когда она снимает, как-то странно. Но вот тут я выгляжу как-то по-другому все равно, мне кажется. Передняя камера. А вот на задней камере, наверное, то, что там поры какие-то видны кожей. Мне так непривычно это видеть. Блохи едят. И помыть надо. Часик. Кристина и Винч.
Камаус Улан-Удэ. Все равно я хочу себе качель сделать, или купить, или сделать. Чтобы ее сделать, тоже нужно канат купить. Не знаю. Канат дорогой, наверное, нитки мулине, или как их там называют. Не знаю, реально, как люди могут камеру так брать и снимать? Все равно мне кажется, так непривычно видеть себя прям. Но тут вот я отвлекаюсь, и потому что я вижу себя, и я периодически вот так вот смотрю. Не знаю зачем. Самолюбование называется, или как это называется. А на заднюю камеру как-то странно снимать. Вообще не заходит мне почему-то. Хочу быть птичкой. В следующей жизни я рожусь птичкой. Какой-нибудь. Попугаем. Буду попугай-попугай. Ты меня не попугай. Не, ну еще один ты этот. На аттракционах спрашивают, сколько вам лет? Там с 14 можно, я такая. Простите, что? Кошмар. Я потом сижу, и у меня такое настроение, так пиу. Реально как-то неприятно было на душе. Ты что, подавился, что ли? И сейчас, спустя столько времени прошло, я осознала, что я не сняла концовку этого видео. Я просто забыла снять концовку. Видео получилось, ну, немножко, я скажу, наверное, бессмысленным. Зато это какие-то воспоминания моей семьи о городе, где можно погулять, в принципе, как провести лето свое, один день из лета. Я там очень мало что-то говорю, и очень много просто видео у меня без звука. Там мы ничего сильно не говорим, я сильно ничего не рассказываю, потому что мы не ходили в магазины какие-то, мне, в принципе, сильно нечего было показывать. Только красивый вид на прекрасную церковь. А в парках я не люблю кататься, на аттракционах, честно говоря, я люблю только ветерок. Вот. Кстати, я купила подсветку уже давно, я пользуюсь в основном только белым цветом. Зачем я ее покупала, я не знаю. Ой, какой цвет. Ой, кошмар. Ой, нет. Мне кажется, так было лучше. Так видно, что у меня кожа розовая хотя бы. А то до этого зеленая была. Ну, в общем, вот и конец. Всем пока. Всех целую. Спать.